двигаемся дальше. На эту сцену рвется, просто рвется команда, представляющая поселок Краснообск. Команда КВН, В значит Вока! You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Здравствуй, открытая лига. Перед вами команда КВН «В значит Ваха». Пока мы на сцене, ваши деньги, телефоны и остальные ценные вещи будут в порядке. В общем, 1/4 финала. Время удивлять. Пацаны, вот кто украл наши штаны! Извините, ребят, не получилось вас удивить. Саша, ты почему опоздал? Давай рассказывай. Я там за кулисами с девочкой познакомился, между нами искорка прям пробежала. У меня ладошки вспотели, коротнуло меня. О, Саша, мы же тебе не рассказывали, а мы и вам не рассказывали. Мы взяли нового игрока в команду, в общем, встречайте. Моя подружка с центра, а я с окраю, и ведет себя примерно. Так это же ты. Ты прям леопард. Чё? Ну шкура нечёшная. Ты нормальный вообще? Ты чё несёшь? Да ты вообще в жизни своей хоть что-нибудь видел? Да ничего, ты даже ворону не видел. Почему? Да голова у тебя как пугало. Так, а вы знаете, где мы взяли эту милую девушку в команду себе? Просто мы пиво любим, а она на Балтику 0-5-ку похожа. Так вот по какому принципу ты себе команду собрал? Этот светлый, темный, этот бархатный, этот Эсса. Чё это я, Эсса? Да сладкий ты какой-то. Так, мой хмельной коллективчик, скажите, вы сегодня ехали? Нет. Ну тогда поехали! А теперь представьте, Владимир Путин приехал с проверкой на вас хнил. Владимир Владимирович, смотрите, это поселок Краснообск. Владимир Владимирович, посмотрите, пожалуйста. Не-не-не, я не буду смотреть на эту фигню. А как я ему тогда эскитим покажу? А парень накануне пересмотрел все фильмы с Адриано Челентано. Ну что, ты закончил? Ну да, вроде утрамбовалось. Ну все, на Фрунзе асфальт утоптали, пойдем на Немировича. Да я устал, ноги запачкал. Пойдем, пойдем, пойдем. Сфотала? Продолжаем. Ну все, приехали. Случай в падике. Ах, опять эти малолетки лампу выкрутили. Ну, сейчас я им устрою. Михалыч, неси эту лампу. А они не ослепнут. Зато не выкрутят, неси давай. Несу, несу, несу. Настя. Что? Ты прям как краснообский конь. Держи подарок. Ну, спасибо, братан. Саш, да ну тебя нафиг с этими подарками. Ладно, забирай. Друзья, а теперь давайте вообще прям поаккуратнее будем, потому что за кулисами стоят краснообские спортсмены. Давайте их поприветствуем. Здрасте. Мы приехали. Что, вы хоть слово вообще поняли? Здравствуйте. Мы приехали. Ну, раз, то начинайте. Как вы поняли, на вас хнили со спортом полная рама. Он у нас здесь всех не дали жили. Кто-то едет на север, кто-то хочет в Чили, церковь ехал. Дорогие друзья, а закончить хотелось бы как-нибудь по-философски.
Когда мы все поступали в университеты, мы думали, что наша жизнь будет как сказка. Но со временем денег становилось все меньше, а проблем все больше. И мы поняли, для того, чтобы быть в струе жизни, нужно вертеться. Но обидно, что в Красноармейске эта фраза для всех жителей буквально. Ого, я чувствую, как строится мой коттедж. О боже мой, у меня стало много денег. А давайте споем песню «Открытой лиги». Давайте. А мы приехали с поселка Красноармейска, и все стоим со сцены, смотрим вам в глаза. Мы будем все скучать по вам прямо все лето, поэтому до новой встречи, господа. Спасибо за внимание. С вами была команда КВН «В значит Ваха». Ты в так багаж. Предпоследняя команда, которая сейчас выйдет на эту сцену и порадует всех своим музыкальным номером. Команда, представляющая рабочий поселок Красноармейск. Иными словами, Восхнил. Иными словами, чудо-место. Друзья, на этой сцене команда КВН «В значит Ваха». Ваши аплодисменты! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на заключительной части конкурса двойников Сергея Шнурова, которая носит гордое название «Мир, труд, шнур, шнур». Здравствуйте! И первого, кого мы хотим позвать на эту сцену, человека с золотым лексиконом. Да что там с лексиконом? Человека с золотым зубом во рту. В общем, встречайте первого двойника Сергея Шнурова, Христолюбова Романа. Здорово! Ну, в общем, короче, я тут пип, пока ехал, просто пип от того, от той атмосферы, которая там пип происходит. Двойников, ну, просто пип. Я хочу получить награду пип. А можно в один вопрос, Роман? Почему вы всегда говорите слово пип? Ну, а что, на телевизоре все равно будут запики. Так давай я лучше запикаю это. Вот именно за эту помощь Роман получает гордый приз «Золотой пацан 2015». Ну не пип себе. Все, Роман, присаживайтесь. Следующий двойник Сергея Шнурова имеет гордое имя Александр Колыван. Встречаем его. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Александр, а у нас для вас будет проверка на знания Шнурова и его песен. Вы готовы? Да. Жуй в меня! Жуй в меня! Именно за эту фразу «жуй в меня» Саня получает у нас серебряный... Там что у нас из серебра осталось? Ну, ложка, вилка. Получает большую серебряную ложку под ваши аплодисменты. Все, все, Александр, бери. Спасибо. Присаживаемся. Следующий. Стой, ты кто такой вообще? А это разве не конкурс двойников Димы Билана? Тише, 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 тише. Это конкурс двойников Сергея Шнурова. Так что давай очень тихо и очень быстро ты отсюда уходишь. Давай, 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 давай. Извините, мы продолжаем. Где спонсор наш? Где спонсор наш? Аликапс! Аликапс! Всем Аликапс! Не стесняйтесь! Аликапсом закупайтесь! Всем Аликапс! Мужики, берите Аликапса, не стесняйтесь! Я хотел бы наградить всех участников этого конкурса. Вы все очень сильно похожи на Шнурова. И вы все можете сниматься в этой чудо-рекламе. А наградить грамотой мне бы хотелось Александра Колывана. Ура! А что она рыбой пахнет? Так мы же с тобой окунька на нее вчера чистили. Так, все, спонсор, спасибо. Спасибо. Дальше... Так, я не поняла, вы чего опять в падике третесь? Мы тут вообще-то в конкурс играем. Знаете что, после ваших конкурсов еще подъезд целую неделю нужно проветривать. Давайте идите отсюда. Так, мать, не ори. Сейчас мы все вместе поем последнюю песню и уходим. Хорошо? Так, все шнуры, которые сегодня выходили на сцену, все биланы, все на сцену на финальную песню, пожалуйста.
Дорогие друзья, эта песня посвящается всем тем, кто выкидывал мусор из окна на мусора. Всем тем, кто уезжал с вас гнило без стика в глазу. Всем тем, кто видел хоть раз нас на сцене, и мы ему как-то понравились. В общем, эта песня для всех вас. Вот так мы в падике сидели, вот так мы конкурс провели. Одна тетка зашла в падик и угостила всех с ноги. Это было все вчера, спасибо, лига, нам пора. Суперлига, супергуд. Нормальная лига? Супергуд, суперлига, супергуд. А вам как лига? Супергуд. Спасибо за внимание, с вами была команда КВНВ, значит, Ваха. И помните... Ваши бурные аплодисменты, друзья, команда КВНВ, значит, Ваха!